большого города горят. Антенны шепчутся на мокрых крышах, о чем соседи в доме говорят, никто и никогда не услышит. Открыты двери, уютней стало. Заходи на чай. Сначала старый календарь. Огни большого города горят, антенны шепчутся на мокрых крышах, о чем соседи в доме говорят, никто и никогда не услышит. Каширина Ольга Ивановна, Каширин Олег Аркадьевич. Да нет, тут какая-то ошибка. Вот, пожалуйста, убедитесь. Каширин Олег Аркадьевич, 1980 года рождения, родился и вырос в Рязани. Да, из Рязани мы. Ну как же так? Нет, Олег сказал, он мой племянник, Никочкин сын, и он на севере вырос. Господь с вами. Да мы сроду из Рязани не выезжали. Когда вы видели его в последний раз? Ой, очень давно. Лет 5 уж он ко мне не приезжал и почти не звонил. Что здесь он в Москве делал, как жил? Ну, похоже, что сведения о его жизни хранятся здесь. Вот, пожалуйста, ознакомьтесь. Справка по делу Каширина. Зачем ему понадобилось говорить, что он мой племянник? Ну, с этим как раз-то все ясно. Там все сказано. Мошенник ваш, так называемый племянник. Здрасте. Здравствуйте. А Захаров Андрей Петрович здесь живет? Да, ну, мне кажется, он на работе. В том-то и дело, на работе его нет. Он позвонил, сказал, что заболел, мы волнуемся. Вот пришли его навестить. Ох, ну, значит, я ошибался. Скажите, а его комната где? Его вот, первая справа. Да вы проходите. Спасибо. Ну? Ну? Го! Здравствуйте, Андрей Петрович. Здрасте, Анастасия Кирилловна. Болеете? Да, вот знаете ли, приболел немножко. Вы знаете, я что-то с жара не чувствую, странно как-то. А я уже сбил, лекарство принял. А, лекарство приняли. Ну что ж, прекрасно, тогда вам будет легче проследовать за нами. Ой, Анастасия Кирилловна, я думаю, не стоит. У меня грипп, и я не хотел бы вас заразить. А я думаю, стоит. Вы за меня не беспокойтесь, а вас мы быстренько вылечим. Нет, Анастасия Кирилловна, я не поеду. Поедете. Нет. И вы не можете меня заставить. Можем, можем, Андрей Петрович. Готовитесь? Лева Артуровна, скажите мне, пожалуйста, почему вы задержали вчера учеников на полчаса после занятий? Потому что тема была очень сложная, они просто не успевают усваивать. А какая тема? Perfect Progressive, 27-й урок, а в начале урока мы разбирали сочинение. А вы знаете, какая основная характеристика квалификации педагога? Квалификация педагога характеризуется тем, что он в определенное количество времени должен донести до ученика определенное количество знаний.
То есть вы хотите сказать? Да, именно это я хочу сказать. Если вы не в состоянии донести в определенное количество времени определенное количество знаний до ваших учеников, это заставляет усомниться в вашей квалификации. А я не понимаю, а почему вас так волнует, что я их задерживаю? Это для их же блага. Что плохого в том, что они получат больше знаний? Да пусть они получают сколько угодно знаний, но в определенное количество времени, которое установлено! В общем, так, Эва Артурна. Если вы будете продолжать в том же духе, то я поставлю об этом вопрос на собрании соучредителей. А вы не боитесь, Тамара Анатольевна, что я подниму вопрос на собрании соучредителей о педагогической этике? Как вы думаете, как они посмотрят на ваш роман с одним из учеников? А? Коллег, мошенник. Не может быть. К сожалению, может. У нашего Каширина уже была судимость. Но это же было давно. Он свою отсидел, а потом на честный путь встал. 2003 год. Каширин проходил по делу пенсионерки Кашаповой. Представился ее потерянным племянником. Втерся в доверие, добился того, чтобы Кашапова его прописала. Через несколько дней одинокая старушка скончалась. Случайное падение с лестницы, проломленный череп. К счастью, соседка Кашаповой явилась невольной свидетельницей преступления. Как же так? Он же хороший мальчик был. Добрый. В детстве даже мухи не обидел. Что потом с ним случилось? Почему так? Я не понимаю. Он же исправился. Уже когда из тюрьмы ко мне пришел, он на коленях у меня плакал, говорил: прости меня, мамочка. Ошибся я. Ну, по-видимому, не исправился. Обещал исправиться. Он же когда в Москву поехал, он работу нашел. Сказал, хорошие деньги зарабатывать будет. Судя по всему, нашел. И деньги он за комнату Элеоноры Генриховны получил бы немалые. Вы что хотите сказать, что я... Да, Элеонора Генриховна. Судя по всему, вы были его очередной жертвой. Сходились, проголодалась. Надеюсь, теперь нам никто не помешает. Пусть только попробуют. Слушай, как ты отморозков этих уделал, а? Да ладно, они уже дорогу сюда забыли. А что за разборки? Ну так, попутали малость. Все нормально, все нормально. Такой дар внушения тебе, да, что ли? Да. Познакомь. Это Гуля. Это Максим. Максим. Мы, можно сказать, сожители. А это у него юмор такой. Мы просто живем в одной коммунальной квартире. Мы с Гулей познакомились на поминках Лени, а потом она за мной в больницу ухаживала. Только благодаря ей я выжил. Прекрати. Ну ты за мной ухаживал очень хорошо просто. Но это моя работа. Нет, нет. Я уверен, что мне это уделяло больше внимания, чем другим. Понятно? Мужской эгоизм такой. У меня для твоей спутницы есть сюрприз? Да, и какой? Вы сейчас его увидите. Максим здесь подрабатывает музыкантом. Да? Да. Поднимать шум и зря беспокоить наших соседей. У моих ребят чувства юмора нет, к сожалению. Они все воспринимают всерьез. А для вас это может закончиться плачевно. Я знала, что вы не болеете, а просто прогуливаете. Вы часто прогуливали в школе, Андрей Петрович?
Наверное, часы. А хочу напомнить, что сейчас вы работаете в организации, где прогулы категорически запрещены. Но нельзя у нас прогуливать, Андрей Петрович. За это у нас наказывают. И не по кзоту. Чего молчишь, академик? Ладно. Хорошо. Я все понял. Что я должен делать? Ну вот, совершенно другой разговор. Все просто. Я от вас хочу, чтобы вы продолжали работу. Поэтому вы сейчас спокойненько встанете, оденетесь и проследуйте за нами. Что себе позволяете, Эва Артуровна? Я готова выступить перед советом соучредителей и повторить им все то, что сейчас сказала вам. Ну, во-первых, моя личная жизнь никого не касается. А потом вы уж не забываете, с кем вы разговариваете. Да вы меня не запугиваете. Да я не запугиваю, я предупреждаю. На ваше место стоит очередь учителей. Незаменимых-то нет. А вы меня не можете уволить без повода. А я вам пока этого повода не давала, Тамара Антоновна. Дорогая моя Артуровна, знаете, повод-то ведь всегда найдется. И главное, вы за язычком-то своим следите. И вот еще что. Я считаю, что Никита очень способный и талантливый ученик. И мне кажется, вы его недооцениваете. Вы на работу на его посмотрите. Я видела. Считаю, что оценки сильно занижены. С какой-то стати я это буду делать. Я оцениваю всех одинаково объективно. О, я в этом далеко не уверена. Я считаю, что вы недооцениваете Никиту, его знания языка. Я буду ставить Никите тот балл, которого он заслуживает. Я вам не советую вступать со мной в конфронтацию. Ничем хорошим для вас это не кончится. Во-первых, я вышибу вас отсюда. А во-вторых, я сделаю так, что ни в одно приличное место вас работать не возьмут. У меня очень хорошие связи. Всего доброго. Да, вот такой вот был план у вашего так называемого племянника. Навела вас справки. Одинокая пожилая женщина. Родственников нет. Зато есть жилплощадь. Следующим этапом было войти к вам в доверие. В чем, я так понимаю, он отлично преуспел. Ну а дальше дело за малым. Нужно было только определить место и время, чтобы инсценировать несчастный случай. Его ж самого убили. Ну, следствие еще ведется, но, как я понимаю, Каширина убили его же дружки. Какие дружки? Ну, у него был целый штат сотрудников. Так что уж простите за цинизм, ваше наследство досталось бы не только Каширину, а целому цеху. К счастью, вам крупно повезло. Красивая песня. Спасибо тебе. Это Максу нужно сказать спасибо. Тебе спасибо за то, что пригласил. По-моему, мы очень хорошо провели время. Да. Ну, наверное, мне уже пора. Так быстро. Ну, дел много накопилось, потому что, ну, раз я курсы как-то прогуляла, надо поделать что-то может домашнее. Может быть, я тебя провожу? Да нет, спасибо. Я тут недалеко живу. Пока. Пока. Спасибо вам большое. Очень красивая была песня. А вы уже уходите так рано? Мне пора до следующего раза. До свидания. Всего доброго.
Инга, мне нужно срочно тебя увидеть. Необходимо обсудить наши дальнейшие планы. Я не могу сейчас, я занята. Пожалуйста. Это очень важно. Я даже деловую встречу ради этого отменил. Я не могу, понимаешь? Я сейчас возле твоего дома. Это не займет много времени. Ну, пожалуйста. Ладно, хорошо, сейчас выйду. Это ты куда? А? По делам. По делам? А, понятно. А хозяйство опять на мне, да? Господи, что вы ко мне все цепляетесь? А не делайте ничего, я все сама сделаю. Так оставьте меня в покое, наконец. А что это ты меня хамишь, а, интеллигентка? Хамка! Это же надо на пожилого человека голос повышать, а? Опять все на мне, да что же это такое, а? Крошка, сын пришел к отцу и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. У меня секретов нет. Слушайте, детишки. Папы этого ответа помещаю в камешки. А где мой папа? Папа обещал скоро прийти. Он же обещал прийти. Где он? У него, видимо, дел очень много. Как только закончит все дела, сразу придет. Аккуратней. Мам, что ты там делаешь? Слезай, упадешь же. Вот и хорошо, что упаду. Все. Вам будет легче. Отойди. Я за Ингу ее работу сделаю. Убежала, ни стыда, ни совести. Все, бросила и убежала. Все, мам, слезай, я тебе говорю, слезай. Все, ой, аккуратно. Ой, господи. Ой. Вернется, сама... Ладно, ага. Я сам сделаю. Ой, господи. Что у вас-то случилось-то? Ничего не случилось. Что у нас случилось? Как всегда. Нахамила мне и убежала. А что я сказала ей? Ничего, а? Не дождусь я от вас уважения. Нет, так и умру. Мам, что ты все время к ней цепляешься, а? Да она сама кого хочешь съест и костями не подавится. У нее рот зубастый. Ой, мама, не переживай. Мама. А ты ее еще защищаешь. Нет бы мать защитила, а? Ты сын, мог бы за батей постоять. Мам, я даже не знаю, что у вас тут произошло. Она все бросила и убежала. А. Да, шляется где-то, даже не сказала, куда. Но она не обязана тебе отчитываться за каждый свой шаг. Ах, вот как. Это ты ее еще защищаешь, да? А-а-а, понятно. Ну, добро, добро. Мам, ты че? Добро. Перестань. Ну хорошо, я доживу свой век побыстрее бы и в могилу. Я не хочу всего этого видеть. Мам, ну перестань, ну что ты? Ты о чем ты хотел поговорить? Да, хотел. Я хочу предложить тебе съездить в Бразилию. Бразилию? Да. Ну, в качестве свадебного путешествия. Мне все равно туда надо, по делам. Только решать надо сейчас. Я должен успеть сделать приглашение. Я никуда не поеду. Но если не хочешь в Бразилию, можем съездить куда-нибудь в другое место. Я хочу, чтобы у нас было полноценное свадебное путешествие. Я никуда не поеду. Почему? Ты сказал Николаю, что уходишь от него? Нет. Почему? Потому что я остаюсь в семье. Опять 25. Но мы ведь обо всем договорились. Да, договорились. Потом я поговорила с сыном. В общем, ничего не получится, Паш. Почему? Подожди, Инга, ну потому можешь мне объяснить, что происходит? Он мне ясно сказал, что он меня не простит. Я к этому не готова, извини. Он взрослый человек, он должен понять, что в жизни родителей могут произойти перемены. И когда он увидит, что ты счастлив, он только будет рад, что ты так поступила. Да ты не знаешь его. Не будет он счастлив, даже если я сама буду самым счастливым человеком на земле. Вообще, как я могу быть счастливым, если я теряю сына? Инга, подожди. Ну, мы все страдаем, это проходит. Нельзя потакать его эгоизму. Ну, что ты можешь понимать? У тебя детей своих нет. Извини, я бы, проклятие,
Николай еще пережила, но сын, это совсем другой. Извини, мне надо идти. Ну, подожди, ну не можешь же ты! Ну, могу, потому что у меня выхода нет! Ой, Элеонора Генриховна вернулась, а? Ой. Нор, Нор, здравствуй, милый, проходи. Что, отпустили? Ну, вообще эти следователи, они, ну, обнаглели. Элеонора Генриховна, а мы-то думали вас надолго, ну, с благополучным возвращением. Ой, на вас лица нет. Уморили вас совсем. Давайте я вам чайку налью. Попейте. Спасибо, Милтин. А мы знали, ну скажи, знали, что тебя быстро отпустят? Ну, ну понятно, что ошиблись-то, да? Вот нас с тобой, понимаешь, и в убийстве подозревать. Но ведь кто-то убил этого Олега. Вот они должны и выяснить. Знаешь, пусть вот у тебя выясняют. Они нашли убийцу Олега-то, а? Вас прямо так отпустили совсем? Вы не расспрашивайте меня, пожалуйста. Я устала очень. Хорошо. Я потом хорошо расскажу. Угу, угу. Ей что-то не то. Пойду выясню. Давай к пальто. Элеонора Генриховна, вот, возьмите. Спасибо. Ага. И вот к чаю. Спасибо, Милетина Петровна, не хочется. Ну что так не хочется? Ну не знаю, ничего не хочется. Вы знаете, я знала, что вы не способны на убийство. Правда, честное слово, я ни капельки в этом не сомневалась. Спасибо, Милетина. Все равно тут давай-ка поосторожнее, вояне, герой. Неизвестно, что от них можно ждать, что-нибудь. Еще не хватало, чтобы я перед ними дрожал. Тихо, тихо, тихо. Ну, если надо, я любого по стенке размажу, ты же знаешь. Я понимаю, за такую девушку можно и размазать. Да. Конечно, она восхитительна. Да, мне вообще повезло, что я в эту больницу попал. Может, мне тоже куда-то драку ввязаться? Тихо, тихо, тихо. Тебя, может, попросить? Ну, там, да. Отмутузит меня, да. Поеду в эту же больницу, и, может быть, у меня что там тоже. Но, давай ты там на чужую не заглядывайся. А я вообще-то у друзей не отбиваю. Вакантное место занято. Просто хочу выразить тебе свое восхищение. Я рад, что ты одобрил, потому что я без твоего одобрения не знаю, встречаться мне дальше с ней, не встречаться. Не встречаться. Да, спасибо. Ключи от вашей новой квартиры. Спасибо. Ну что, моя дорогая, по результатам УЗИ все с твоим малышом в полном порядке. Слава богу. А то иногда так бьется, что уж страшно становится, вдруг там что-то не так. Это хорошо, что бьется. Хуже было бы, если бы он этого не делал. Хочешь, скажу, кто у тебя там? Да. Как ты думаешь? Не знаешь? Мальчик. Девочку хотела? Нет, слава богу, что мальчик. Просто многие женщины всегда хотят девочек почему-то. А вы тоже хотели девочку? А у меня нет детей. А, простите. Ничего. Полдня у компьютера сидишь, а? Совсем с ума сойдешь. От компьютера мозг облучается и разжижается. Вот так вот. Пора, я услышала. Разжижается? Да. Что там разжижается? Мозг. Мозг? Да. Мозг? Ничего не разжижается, баба. Ждешь? Да видишь, что-то она это, ну, пропала куда-то. На связь не выходит, понимаешь? Ну, может, пока это меня не было, она себе какого-то другого юзера нашла. О, Степан, да ты у нас Отелло. День не написал, уже ревнуешь? Да ну ладно, не переживай ты так. Напишет. Ну или ты напиши ей письмо. Не одно, второе дойдет рано или поздно. И она тебе ответит. Или нет. Ну вот ничего, умею ей написать. Ну напиши ей. Скучаю. Троеточие. Степан. Троеточие. Скучаю. Степа. Господи. Я тоже по вас скучаю. Точно, полоумный, а? Вот говорят, седина в голову, бес в ребро.
И ты тоже около него крутишься. Иди давай отсюда, не способствуй разврату. Сходи-ка в магазин за хлебом. Ага, сейчас. Хлеба нет. Сейчас побегу. Не сейчас, а сейчас же. Степан, ну за ночь-то не променяет тебя на кого другого? Ну. Хотя, как знать, может она параллельно с кем-то флиртует. Как это? Ну как-то. Как женщина? Да ладно, я ей покажу, с кем ты еще. Степан, ну ты все-таки Отелло какой, а? Максим, а ну-ка быстро за хлебом в магазин, хватит болтать. А то мозг разжижать. Знаток тоже мне. Давай. Есть, товарищ капитан в юбке. Генерал, товарищ капитан, генерал. Раз, два, пасу. Клоун. Раз, два. Видишь, Кьяра. Степка. Извините, а когда у нас по графику постельная сцена? Так, это еще не скоро, до этого у вас с Русланом еще 8 дней. А, очень жаль, это неправильно, мне кажется. Это почему? Ну, потому что, понимаете, Руслан сейчас играет скованно, ну, вы же сами видите. А мне кажется, если он пройдет через последний этап наших отношений, то ему будет проще, как-то естественнее все это узнать. Ну, ты понимаешь, что, ну, это же очень проблематично, переделывать график съемок, это все большая проблема. Ну, понимаете, я вчера сидела ночью, перечитывала сцены, и меня просто как осенило. Я поняла, как надо играть эти сцены с Русланом, и если вы ничего не сделаете, то и вдохновение уйдет. И тогда все. Вдохновение. Ладно. Попробую сделать так, что эти сцены снимем завтра. А у тебя что, горло, что ли, болит? Нет, от них голос чище становится. А мне же сегодня съемки. Съемки у тебя? Да. Ну, как оно работается с Ленкой? Терпимо. Да. Да хотя даже и не знаю. А что так? Я вчера ей... Я с ней объяснился. Сказал, что я Майю люблю. Угу. Вот именно. Угу. Я надеюсь, она адекватно восприняла этот факт, и это никак не отразится на нашей работе. Да, ну а как вообще-то с Майкой у вас дела? Все нормально? Ой, все так же. Вчера Зинаида нас чуть не застукала с ней. Она пришла ее искать к нам, а она как раз у меня была. Слава богу, на целую спасла. Да, ребят, у вас жесть. Да. Мне бы сейчас ее хотя бы голос услышать. А я звоню, она трубку не берет. Ну, понятно, что не берет, брат. Она просто не может взять, ты пойми, у вас ситуация такая. А ты не волнуйся сильно. Все нормально будет. Тебе сейчас вредно. Работать нормально не сможешь. Я не волнуюсь, Макс. Я лишь хочу ее услышать. Это разве много? Нормально. Ну, в общем, показатели все в норме. Он такой хорошенький на фотографии, ты бы видел. Он? Ну да. Я же не говорила, у нас мальчик будет. Мальчика хорошо. Ну, я да. Ж тебе не признал, что я не очень хочу девочку. Так что? Да, если честно, тоже больше мальчика хотела. Да. Подожди, ты говоришь, у нас будет мальчик? Да. У меня будет сын? Наследник? Да. Майя! Сын! Пойми, у меня будет сын! Я люблю тебя! Я люблю тебя! Я тебя! Пойдем! Ой, извините, пожалуйста. Здрасте. Я никому не скажу. Извините. Да вы курите. Спасибо. В конце концов, рабочий день уже закончился. Можно расслабиться. Вот, купил. Миленькая. Обезьянка, что ли? Не знаю, медвежонок. А вы, Евгений Семенович, никогда о детях не думали? А то ведь как специалист знаете, что если время упустить, потом может быть поздно. К сожалению, думала. Почему к сожалению? Ну, было время, когда я очень хотела ребенка. Мы тогда еще с мужем жили. Забеременела.
А он взял и к другой ушел. Но у меня случился выкидыш на нервной почве. А потом начались всякие осложнения. Все. Больше родить не могу. Простите. Ладно, ты не переживай. Может, рассосется как-нибудь, а? Да как рассосется-то? Когда? Чего рассосется-то? Да Сашин отец пропал. Обещала Сашеньку забрать с утра, а самого нет. Ни слуха, ни духу. Вот мужики проклятые, а? Ну сколько горя от них. Сашенька все время спрашивает, когда папа придет? А что мне ему отвечать? Не съезжать надо, куда я с ребенком на руках? Выживать-то. Нет, что ты так волнуешься? Сдай ребенка в детский приемник, пусть они там и разбираются. А сама езжай к матери, на родину. Че бомжевать? Спасибо за совет. Уж лучше я буду бомжевать по вокзалам с ребенком, чем его сдам в какой-то детский приемник. Ты куда, Оль? В магазин купить что-нибудь. Слушай, тебя саму какой-нибудь приемник сдать. Но все равно отнимут же. Ни жилья, ни документов. Не извиняйтесь. Вы же не хотели меня обидеть. Все это, конечно, очень больно. Я даже хотела профессию сменить. Тяжело каждый день видеть счастливых мамочек и знать, что у тебя никогда не будет этого счастья. Ну, не сменили же. Смирилась? Я подумала, что если я этой профессии приношу пользу людям, то я не имею права ее бросать. А лечиться не пробовали? Да чего я только не пробовала. Не поддается это лечение. А знаете, вы очень сильная женщина, Евгения Семеновна. И я рад, что мы работаем вместе. Спасибо. Оля, вот, смотри, возьми вот это печенье. Оно очень вкусное, Сашеньке обязательно понравится. Оль, ну зря ты так из-за этого, из-за всего переживаешь. Ну ты что планировал до появления Алексея? Квартиру себе снять, так? Так. И документы ты уже на усыновление подала. Ну так вот и действуй по своему плану. А если, ну я не знаю, если тебе что-нибудь нужно будет, мы же тебе всегда поможем. Но мы не чужие люди друг другу, соседи все-таки как-никак. Спасибо вам. Я вообще не знаю, что без вас делала. Мы тебя в беде не бросим, слышишь? Ни тебя, ни Сашеньку. Все будет хорошо. Хочешь? Угу. Забыла тебе сказать, что на завтра нам перепланировали съемки постельных сцен. Что? Ну, режиссер так решил. Думаю, так будет лучше. И, кстати, попросил нас отрепетировать поцелуй. Что, прямо сейчас? Ну, а когда? Потом съемки начнутся, а дальше, сам знаешь, не до этого будет. Извини, но это часть нашей профессии. Ничего, ничего. Давай. Ну, хорошо, давай. Например, вот это окно, да? Ага. Я стою. Подходишь. Сыр-то какой. И почем? 300. А, не брала такой. Не пробовала. Надо будет купить. А вы Андрея моего не видели?
Он сегодня просто обещал целый день дома провести. Странно, нет его. Нет, нет, не видела. Эв, привет. Привет. Коля, а может быть, ты Андрея видел? Да я что-то волнуюсь, я звоню-звоню, а у него мобильный выключен. На работе, наверное. На работе? Ну да, к нему сегодня с работы приходили, он с ними уехал. Я так сразу понял, что это срочное. Как ты думаешь? Да, по-моему, тоже. Она была права насчет вдохновения. Жалко останавливать. Ладно, пора. Лена и Руслан! Пора на площадочку сниматься. Я жду. Было хорошо. Оленька, можно к тебе, не помешаю? Конечно, заходите, не помешайте. Не могу больше в себе таить, как тебе выговориться. Вы все из-за Олега переживаете? С вас же вроде сняли обвинение. Сняли. Сняли. Только мне бы легче было, если бы продолжали подозревать. Только бы ужас всего этого не знать. Чего не знать? Что Олег мошенником оказался. Как мошенником? Он же ваш племянник. Я тоже так думаю. Оказался обыкновенный аферист, которому комната моя была нужна. Следователь рассказал мне все. Нет, может, это какая-то ошибка? Нет, там никакой ошибки. Там мать его была. Подтвердила все. Господи, больно-то как, а? Так обрадовалась, когда он появился. Думала, ну вот, наконец, ну вот родная душа появилась. А он таким мерзавцем оказался. И знаешь, ужас главный даже не в том, что я племянника потеряла, а как теперь с этим жить? Нужно вообще никому не верить. Не знаю, я не смогу. Ничего, ничего. Вы побольше на Сашку смотрите. Ему можно верить. Привет. Все хорошо? Да. Я же вижу, что-то случилось. Не хочешь говорить? Хорошо, не говори. Тебе лучше об этом поговорить. Ты выговоришься, и станет легче. Все из-за Павла? Ну да, конечно. Что я спрашиваю? Глупость. Конечно, из-за него. Ну что, давай хоть тебе принесу поесть. Ты же голодная. Не хочу я есть. Ну хорошо, давай чайку попьем. Я тоже еще не пил. И чаю не хочу. Слушай, ты не хочешь со мной разговаривать.
Не хочешь есть, не хочешь пить. Вообще есть хоть что-нибудь, что ты хочешь? Я хочу, чтобы вы все от меня отстали. Где вы живете, опаньки? А где я живу-то? А, я живу в центре Москвы в большой квартире. Но мы с вами близки духовно, и поэтому жаль, что мы с вами так далеко друг от друга. Но... О! Ишь ты! И ей тоже жалко. Я очень хочу к вам приехать, но у меня нет загранпаспорта, и еще я не знаю, как мне получить визу. Ага. Не надо получать визу. Я сама к вам приеду. Я сама к вам приеду. Вот это поворотик. Тимур! Тимур, ну ты где был, а? Максим мне сказал, что вы вместе с ним пришли. Ну да. А потом я пошел на отработку по физхимии. Я пока в больнице провалялся, все пропустил. Ну да, точно. Мам, ты чего? Ой, Тимка, я не знаю, что делать. Мне кажется, папа в беде. Если будете хорошо работать, то, может быть, вы увидите свою жену. Я ничего делать не буду. Любимая моя Бабариха, ты, ну, я прошу, ну, помоги, а? Тимочка, привет. А это кто? Твоя новая подружка? Ночь была чудесной. Спасибо тебе. Бери своего сына и уезжай из города. Как же, Андрей? А ему уже ничем не поможешь.